масова акція протесту представників гаражних кооперативів, розташованих біля Одеського аеропорту. Як повідомляють наші кореспонденти, там вже відбулись сутички з правоохоронцями. Подробиці дізнаємося у нашої колеги Марії Клаус-Ніцер. Вона зараз знаходиться на місці події. Отже, Марія, чи стало спокійніше біля аеропорту та що відбувається зараз? Привет, Саша. Добрый день, студия. Мы сейчас находимся недалеко от международного Одесского аэропорта, где находится около 1500 гаражных кооперативов, трех кооперативов, где находится 1500 гаражей. Это Вираж, Чайка и Сокол. Значит, два кооператива следователь Малиновского отдела полиции вошел беспрепятственно, но в кооператив «Чайка» не обошлось без стычек, мало того, что со следователем, так и с представителями правоохранительных органов. Представитель кооператива «Чайка» расскажет подробнее о случившемся. Катерина, расскажите, что произошло и почему? Что произошло? Ситуация в следующем. Кроме того, что были заведены ЕРДРы, которые не соответствуют, то есть под данным номером проваджения, где якобы КП аэропорта Одесса подали на хищение у них земельной делянки, присутствует хищение курточки и ущерб, джинсовый ущерб 720 гривен. То есть, но даже мы опустим эти факты. Дело в том, что в ухвале, яку надав сличий, ухвали суду, неправильно указан адрес, то есть куда они заходили. Эта ухвала никому не относится. Вот. И заходили они почему-то именно непосредственно в гаражный кооператив «Чайка». Это вот адрес был следующий. Делянка 1. Делянка 1. Вот. И который находится между улицами как-то очень непонятно. Это абсолютно весь квартал. То есть и мы просили сотрудников полиции пояснить, а почему вы идете сюда? То есть, ну, я могу просто найти это, зачитать. То есть почему это место между Овидиопольской дорогой еще чем-то и земельную делянку, якою с кадастровым номером, именно здесь. То есть адрес вы указали не тот, место расположения это абсолютно, ну, весь квартал, поэтому люди и, ну, не пускали. То есть представьте себе, это же не первый раз происходит. Здесь отключен свет. Вот здесь постоянно идут какие-то нападки, там то хотят сделать инвентаризацию, то КП аэропорт дает своим письмом 15-дневный срок на снос гаражей за свой кошт, ну, властникам. То есть эта травля продолжается уже достаточно давно. С 1 апреля нету, ну, света. Вот. Ну и представьте себе, люди накручены и, значит, приходит следователь, да, с криминальным провадженьем по факту хищения джинсовой курточки за 720 гривен и с абсолютно неправильно указанным адресом, обрисовывая то ли круг, то ли квадрат на пол Одессы, то есть между улицами, пытается опять же вломиться именно сюда. Ну, что и произошло. Естественно, ну, властники гаражей, да, которые здесь находятся с 89 года, с 91 года полностью горсоветом, наданы все разрешительные документы, не оплачивают земельный налог и так далее, но их хотят выжить отсюда, и это повторяется не первый раз. Конечно, они оказали сопротивление. Какая курточка, какая делянка один, где это место вообще? Вот, больше никаких опознавательных знаков не было. То есть и написано в ухвале, что это принадлежит земля, согласно госакту, вот серию номер, они, вот я номер там 205252, якобы принадлежит КП «Центральный аэропорт». На самом же деле на публичной кадастровой карте эта земельная делянка принадлежит городу. И город именно предоставил эту землю для строительства этих гаражей.
и их узаконил и ввел в эксплуатацию. То есть было людям непонятно, они боятся за свою майну, их хотят выгнать, у них хотят забрать, они этого не хотят. Вот, в общем-то, вот такая ситуация. Пока что на этом все. Волнения закончены. Интересно, надолго или нет? Студия. Марія, дякую тобі. Це була Марія Клаусніцер, кореспондент 7-го телеканалу.